Никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Сейчас мы узнаем пол ребенка. Чей это ребенок, спросите вы? Наш. Ой, давай, слышь. Короче, надо разрезать торт, и если там будет синенький, то это мальчик, а если красненький, то девочка. А мы не знаем, какой там. Шнайдер! Я делаю жук. Жук. Привет. 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 Что, готовы? Все готовы? Да. А я готова? Так. Блин, там розовое, синее там. Я точно знаю, что у меня один. Тащи. Фиолетовый! Какие теснятся с ним? Мальчиковые. Даже не знаю, что сказать, это очень круто.